Я бы спросил у него, почему ты в последнюю секунду улыбался. Достаточно. Ну, с улыбкой умер. Мне интересно, что он такого увидел, что ему сказали. Им подумал, какая все-таки фигня ваша жизнь. Или что-нибудь из этого оперы, да, блин, прикольно. Что-нибудь открылось, там же вот эта секунда между жизнью и смертью, эта же секунда, это и есть истина. Когда ты ни там не должен, ни здесь нечего, ты там не знаешь чего, ты им не должен, тем, кто впереди, а тем, кто сзади, ты тем более уже ничего не должен. Себя взять нечего. Ты не можешь оставить ничего, ни врать не можешь, ничего, ни хвалить, ты ничего не можешь, ты просто есть как есть. Вот этот корень всего и вся. И вот в эту секунду открывается тебе истина. Что-то он увидел, ему стало весело от этого.